Привет всем, с вами Дмитрий Рошенко. Сегодня поговорим о том, что у нас вид на жительство становится бессрочным, РВП появляется категория, которую можно оформить без учета квоты. Таким образом вступил в силу новый закон касаемо вида на жительство и разрешения на временное проживание. Данный закон уже обсуждается полгода с момента того, как он был внесен в Госдуму, как прошли его чтения в Совет Федерации. Подписан он был президентом, опубликован и так далее, уже много обсуждается. На самом деле, там в числе первых на моем канале были обзоры касаемо этого документа. Сразу скажу, что вид на жительство становится как паспорт гражданина Российской Федерации. Менять его придется в 14, 20, 45 лет, а также при смене фамилии и прочих документов, например, при регистрации браке. То есть получается у нас вид на жительство по аналогии с паспортом гражданина Российской Федерации. Какие минусы? В том, что в паспорт, в принципе, я получил и могу проходить с ним до наступления определенного срока, либо по иным причинам, например, утере, замены, также по фамилиям и так далее. А вид на жительство мне все равно придется по нему обращаться либо в электронном виде, либо обязательно раз в 5 лет в МВД по миграции для подачи уведомлений. Уведомления также придется подавать сведения о доходах, о подтверждении регистрации. Но, в общем, в принципе, такая же система и остается. Но единственное, он становится бессрочным. То есть не надо теперь каждые 5 лет платить госпошлину и получать, и продлевать его, собирать документы и продлевать вид на жительство. Таким образом, тех, кто, у кого сейчас он срочный, пусть либо можно обратиться будет по, значит, наступлению в ближайшее время, то есть вот когда появится у нас регламент, и можно будет обратиться, заплатить госпошлину и получить бессрочное. Тех, у кого вид на жительство будет выдан уже в ноябре-декабре, они получат уже бессрочный вид на жительство. И, соответственно, менять уже нужно будет по достижению возраста, либо по иным вот причинам, связанным с фамилией и прочими документами. Обязательно идти, если у вас срочный вид на жительство, и менять его на бессрочный не нужно. Это лишь воля каждого иностранного гражданина. Касаемо, значит, категории, которые не раз уже обсуждались, все возможные пункты касаемо вид на жительство, их там 13 пунктов РВП. Я вам предлагаю сейчас посмотреть на видео, вы видите картинку, которая была сформировано касаемо категории миграционным центром, и увидите все категории касаемо РВП без квоты, которые имеют право подать, и вид на жительство, минуя РВП. Видите две картинки, одна за другой. Вы можете с ним подробно ознакомиться, то есть нажать на стоп-кадр, на стоп-видео и посмотреть полностью весь этот список, прочитать его касаемо РВП. И касаемо вид на жительство. Он написан, в принципе, русским языком, то есть достаточно доступно. Если мы говорим, например, про РВП, то там его оформить могут, например, студенты, которые заканчивают вуз, получают диплом, то есть выпускники вузов. Если диплом без отличия, они, соответственно, могут подать на РВП без квоты. То есть не надо заморачиваться с этой квотой, ждать ее, получать лишнюю, то есть процедуру проходить. Но для этого нужно будет диплом, нужно быть выходцем из экс-страны, то есть СССР, входивший в состав. И второе, должна быть аккредитация по специальности. Таким образом, на РВП можно будет подать. Это по этой категории. Если про вид на жительство, то мы также, например, могут подать, вы видите, те лица, у которых были, значит, паспорт были изъят по различным причинам, и которые оформлено было паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года. Также иные категории, вы их также видите, здесь они все галочками помечены, вы можете их подробно изучить. Теперь еще один интересный вопрос, это касаемо документов. Документов пока нету, то есть списка документов нету. Регламента на сегодняшний, то есть на 1-2 ноября, нету. Поэтому закон вступил в силу, отлично. Значит, вы можете что сейчас сделать? Ознакомиться еще раз с этими категориями в плане, например, картинки, да, этих, которые подготовили миграционным центром, которые, в принципе, достаточно доступны. Есть вопросы, просто напишите в комментариях, еще раз обсудим. Есть какие-то непонимания, посмотрите в описании, у меня есть все ссылки, в том числе с обсуждением в Госдуме. Там задавались тоже различные вопросы,
И вы также можете посмотреть. Да, там занимает энное количество времени, но стоит вопрос, можно что-то для себя из этих видео выяснить и посмотреть еще раз, пересмотреть, потому что действительно вопрос очень сложный. И если даже завтра, например, 5 числа выйдет регламент, это не значит, что 6 числа у всех подряд будут принимать документы. Также такая же процедура, также придется несколько раз, скорее всего, сдавать документы. Будут различные сложности, но если есть основания из этого перечня, то, соответственно, необходимость ли будет, то в документах. То есть, возможно, все равно можно будет подать и получить РВП или вид на жительство. Что касаемо, значит, постоянного проживания в Российской Федерации, для тех, кто имеет вид на жительство, нужно будет, как я уже сказал, сдавать вид в это уведомление. Это отличие от паспорта. И в том числе есть еще одно отличие. Это нельзя нарушать, то есть предыдущие какие-либо нарушения, там два подряд нарушения, например, в качестве административных нарушений и так далее, также могут быть основанием для аннулирования вида на жительство. Также касаемо непрерывного проживания, то есть за пределами Российской Федерации, это 6 месяцев, 180 дней, они будут суммироваться. Выехали, суммируйте, сколько вы находитесь за пределами Российской Федерации за календарный год. Уведомление продается, я получил вид на жительство в ноябре этого года, значит, с 1 января по 31 декабря 2020 года я должен сдать уведомление по виду на жительство в электронном виде каждые 5 лет обязательно. Это, как я уже сказал, для иностранных граждан, которые являются высококвалифицированными специалистами, членов их семьи, вид на жительство выдается на срок действия разрешения на работу. Срок выдачи временного разрешения на проживание также сокращен, то есть срок составляет 6 до 4 месяцев. То есть это рассмотрение вопроса по виду на жительство. Сейчас, то есть до 1 ноября был 6 месяцев. Теперь срок рассмотрения заявления станет 4 месяца. И минус, опять же, госпошлина увеличится с 3,5 тысяч до 5 тысяч. Об этом я уже не раз говорил. В принципе, суть видео еще раз, так как появились сведения вот по ММЦ, миграционный центр, касаемо конкретики, да, тех категорий, которые имеют право подать на вид на жительство, на РВП, я их продемонстрировал сейчас на этом видео, вы можете также вернуться обратно, еще раз посмотреть, подходите вы по эту категорию или нет. И по поводу документов, потому что не раз уже задавались вопросы в комментариях, где угодно, что можно ли подать уже вот там 2-го, 5-го. Пока нельзя, потому что нету документов, то есть нету перечня, нет регламента. Появится он, будет обзор, и дальше уже можно будет разбираться. Спасибо, что посмотрели данное видео. Следите за миграционным законодательством, за российским законодательством. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, вам успехов.